Здрасте. Ну-ну, тише, дайте объяснить. Это я тоже принцесса подруги. То есть как это? Да, я принцесса Ванилопа фон Кекс из форсажных фон Кексов. Ну, я думаю, вы наслышаны. Не знать наш королевский род просто стыдно. А ты принцесса какого толка? В смысле? У тебя волосы волшебные? Нет. А руки? Нет. А звери с тобой разговаривают? Нет. Тебя отравляли? Нет. Проклинали? Нет. Ты жила в заточении? Нет. Слушайте, может вам полицию вызвать? Должно быть, ты вступила в сделку с подводной ведьмой, которая в обмен на голос дала тебе две человечьи ноги? Нет. Ну вот еще, у меня свои ноги. А тебя когда-нибудь целовал принц? Фу, совсем уже. А проблемы с отцом есть? У меня даже мамы нет. У нас тоже. И вопрос на 3 миллиона. Про тебя тоже думают, что все в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина? Да, но ведь это бред! Она принцесса! Кто тебе шьет? В жизни не видела такого одеяния. А, у меня полно таких. Вот бы что-нибудь подобное в мой гардероб. Да, и мне тоже. Наряд просто чудо. И я хочу такой же. Мои мышки все-все сделают. Вот она, любовь. Да здравствует принцесса Ванилопа, королева комфорта. За Ванилопу! Ура! Сколько всего носила, но могла ли думать, что когда-нибудь меня будет украшать... Как называется? Ах, да, футболка. Я видела сон, что в футболке я сплю. Стоп, 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 тихо-тихо. Это что такое? Это пение. Да, но откуда вдруг музыка и этот столб света? И вы же тоже видели его, да? Когда принцесса поет о своих мечтах, всегда не сходит свет. Со мной что-то такого не бывало. Еще ни одного разочка. Так нужно попробовать. Представь то, что больше всего хочешь. И спой об этом. Ну ладно, можно. Почему бы нет?